парк на месте мусорного полигона появится в Хабаровске. Участок в 13 гектаров в Краснофлотском районе четверть века занимала городская свалка. Чуть больше 10 лет назад мэрия приняла решение ее рекультивировать. За это время территория почти восстановилась. Начало парку положили первые посадки деревьев. 165 саженцев в преддверии юбилея города высадили волонтеры и мэр Сергей Кравчук. Уже принято решение о том, чтобы возвести на этой территории парк. Это место перспективной жилой застройки. Здесь недалеко располагается микрорайон Ореховая Сопка. Также в границах улиц Воронежская и Трехгорной будут построены новые дома. Так что здесь будет кому гулять. Сейчас, глядя на просторное поле с озером, трудно поверить, что когда-то здесь была городская свалка. Но в Краснофлотском районе хорошо помнят и запах, и местных обитателей без определенного места жительства. Свалка существовала больше 25 лет. В 2011 году администрация города приняла решение не только о закрытии, но и сразу началась рекультивация этой свалки. В 2017 году мы завершили. От мусора освободили 13 гектаров, но процесс рекультивации до конца не завершен. Однако решение о создании парка принято. Границы будущего места отдыха жителей Краснофлотского района уже определены. Их обозначили первые деревья. 165 саженцев в честь Дня города высадили волонтеры. Это мой первый опыт. На самом деле очень интересно. Очень приятно понимать, что это идет на пользу городу. Имел опыт высадки деревьев возле дома в честь рождения своего ребенка, сына. Сын один, а деревьев несколько? Да, ну так вот семейные деревья. Сегодня мы заложили контуры нового парка в городе Хабаровске. Здесь обязательно будет развит спорт, потому что 13 гектаров здесь зоны отдыха, спортивные мероприятия можно будет проводить, какие-то досуговые мероприятия можно будет проводить. Ну, мы еще об этом подумаем, переговорим, посоветуемся с нашими жителями. Сформировать на территории парк планируется к 2030 году. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.